Для Владимира Бердиева участие в школьной олимпиаде уже добрая традиция. Да и, собственно, химию как предмет он изучает не за страх, а за совесть, так как собирается в дальнейшем связать свою жизнь с медициной. Честно говоря, первый этап был довольно сложный. Но в целом настоящий химик должен быть готов к трудностям. Я планирую связать свою жизнь с химией, и я вообще планирую связать свою жизнь с естественными науками. Я буду поступать в медицинский вуз в университет Сеченова в Москве. Впрочем, он не единственный, кто видит себя в будущем в белом халате. Профессия медика всегда востребована, и те, кому легко даются точные науки, без сомнений делают свой выбор в ее пользу. Мне очень нравится предмет химия, я увлекаюсь ей еще с начала ее обучения. Задания были сложные, но я сделала все, что было в моих силах, постаралась. Я собираюсь поступать в медицинский на косметолога. О том, насколько хорошо ученики справились с теоретическим этапом олимпиады, станет известно по итогам сегодняшних практических заданий. Ребята с интересом проводят химические эксперименты и зачастую показывают очень хорошие результаты. Принципиально от прошлых лет задания ничем не изменились. То есть те задания, которые были в предыдущие годы, если ребята готовились, то они получили и в этом году. Я надеюсь, они справятся. В целом, в этом году олимпиада проходит на традиционно высоком уровне, за одним небольшим исключением. Теперь в аудиториях появилось видеонаблюдение, позволяющее следить за прозрачностью проведения состязания. Естественно же, участие в олимпиаде имеет свои преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался с 13 января. На сегодняшний день уже у нас прошли олимпиады по литературе, русскому языку, информатике. По итогам регионального этапа будут отобраны школьники, которым предстоит защищать честь республики на заключительном туре олимпиады, который состоится в марте. Гульмира Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.